Что вы, пупсики мои, всем привет. Вот мы и на даче. Не поверите, что мы тут делаем. Духотой маемся. Сейчас будем прикручивать с вами гардину. Вы хотите прикрутить со мной гардину? Нет? А? Вот, отпилил уже. Как это, как надо. Сейчас буду прикручивать, как надо, ее. Здесь будет гардина. Почему, спросите? Да, потому что она будет здесь. Здесь будет гардина. Короче, прикручиваю. Все, пупсики. Разделся, жир попарить. Не могу. Ого, там аист как будто. Птички. Прикрутил. Анютка, можно показать тебя сдалека? Ну, что ты делаешь? Короче, делает она вот что. Петельки. Надела, показываться не хочет. Но она в федеральном розыске просто. И все у нее. Покажись, значит, присядь. Сейчас будем сюда делать шторку. Она будет делать. Сюда-то что-нибудь надо. Сюда просто на степлер. А здесь вот так вот она. Шик-шик-шик. Она ее уже дома сегодня подшила с утра. Все сделала. Надо было одеть, наверное, сначала. Подшила, все сделала, так чики-пуки. И все сейчас насаживает. Вон там, может, есть пространство, нет? У нас тучи такие тут ходят нынче. Анютка уже тут была, пока мы дома были. Софа дома спала. И был дождик. У нас тоже в городе то есть, то нет. Туча здоровая какая. Вот. Теперь шторка закрывает весь этот вид. Вот это потом все покрасится, да, в серый цвет. Что? Серая столешница, серая вот эта херобора. И все. Сверло. А где у меня перфоратор-то дома? Неизвестно где, да? Там сверло должно было быть. Мое, которым я должен был пропилить, просверлить. Бедненький мой, перегрелся, когда-нибудь точно сожгу. Горячий. Доконал я. Ну, я сначала сверлом, а потом подровнял этим. Ему он не тянет у меня, бедолага. Ну и молотком еще. Вот так вот. Чпень. Сейчас ставим нашу раковину. Ляка красиво, да? И наш сифонито. Короче, крепим все, делаем. Чики-пуки. Все. Закрутил сифоном, распилил. Сейчас буду это буль-буль карасики заливать. Пробуем. Первое залите. И будем смотреть. Так ты полный, налей его вот этой зеленой воды-то. Доставай остальные бутылки. Короче, налью сейчас и будем руки мыть. Его сейчас я на пробу, я тебе хочу показать, что его надо ниже вешать. Видишь, в чем проблема? Так ты зеленую воду налил? Конечно. Не питьевую же. И вон ведерко. Надо как-то... Анюта говорит, меня устраивает. Вот так вот. Все бежит. Все он там. Меня не устраивает то, что мимо слива бежит. А, да. Так тут надо было сделать.
Вот, пониже, буквально на это. Настолько. Нормально. Здесь надо просиликонить, короче. У нас, если или сюда, или сюда. Или у нас прокладку оденешь, если, то болт не достает. Сифончика болт не достает. Так что здесь потом просиликоним. Дома есть вроде силикон. И все. Замутим, сделаем. Сейчас Анюта сюда хочет шкаф повешать. Прикрутил еще один ящик. Воду можно набирать из бутылочки. Все нормально. Шпокнул еще один ящик. Не нравится ей этот рисунок, он сюда не сочетается. С этим всем она будет делать все по-своему. Я предлагаю тебе просто вот это все повырезать и все собрать как пазл. Там и все. Нет? Тоже херня, думаешь? Эти... Сейчас, короче, что-то сюда будем мутить делать. Она хочет вот так вот обои серые. А я говорю, что... Я сейчас сделаю красиво. Да я ничего не говорю. Делай, как хочешь. А я говорю, вот эти вот как пазл пособирать. И просто там намутить, наделать. Я сейчас сделаю. Делает. Гром гремит. Гроза трясется. Анютка сегодня у соседей сколько этого насобирала. Крыжовник. Это не я собирала, Виктор. Это не крыжовник, а Ирка. Да. Ерга. Бери, пожалуйста, еще стерпливый. Что-то гремит, гремит, а головку. Толком ничего не капает. Так, слегонца. Все уходит. Все, сделали ящик, то все, шторка, что там еще, умывальник. Все есть, вот еще. Это прикрутили. Лавочки только надо делать по-другому. И Анюта еще взяла и испортила все. Ну и все, пожалуй, на этом. Полдела сделано. Анюта расстраивается, что уголков нету. По мелочи не доделано. Тут будет лавочка. Стол стоять. Пару стульев там под столом. То да сё. Шторки висят. Со шторками хоть ничего не видно. Тут умывальник все-таки пониже. Нормально. Там просиликонить, силикон дома взять. И все. Нормально. Ящик свой вот сделала она. Серые обои таких не было. Так будет. Все путем. Тут у нас все нормально. Нормально. Сюда еще шторку. О, кстати, надо померить точно, чтобы дома знать. Да, чтобы знать это. Сюда раздвижную. Как они там? Угу. 66 сантиков. Девки ходят, дожди капают. Здесь сейчас 23 градуса. 66 не забыть бы. 66. Здесь все хранится, все прячется. На улице легкий дождь. Ну так вот. Столешницу еще отшкурить. Что там будет делать, не знаю. Как-то так, короче. Сейчас поедем домой. Здесь я шарики снял. Анютка тоже внутри сняла. Вот эти что-то оставила. И все.